Международный турнир по стрельбе из пневматического оружия памяти Владимира Хатько стартовал в Брестском областном комплексном центре Олимпийского резерва. Спортсмены из России, Азербайджана и Беларуси продемонстрируют владение пневматической винтовкой и пистолетом. Наш традиционный турнир, в этом году мы проводим его уже 19-й раз, поэтому о нашем турнире знают, наш турнир любят не только в Беларуси, но и за рубежами, и далеко за рубежами. Сегодня мы остались с теми, чья дружба по-настоящему крепка, кто готов в любых ситуациях подставить плечо, поэтому Россия, Азербайджан. Турнир международный, три страны участвуют, то есть мы можем смело говорить, что он международный. Съезжаются сильнейшие спортсмены. Белорусы, как правило, все участвуют, самые сильные. Есть у нас и, знаете, и олимпийские чемпионы, и призеры, и участники Олимпийских игр, поэтому наши спортсмены просто так золотые медали не отдадут, поэтому, но борьба покажет, кто на сегодняшний момент лучше, сильнее, ну и кому улыбнется спортивная удача. Торжественное открытие дало старт трехдневным соревнованиям, к участию в которых допускаются спортсмены, учащиеся специализированных учебно-спортивных учреждений. В праздничной атмосфере участники приветствовали друг друга и были готовы сразиться в справедливой борьбе. У нас такой турнир проводится по стрельбе из пневматического оружия. У нас еще есть малокалиберное оружие, это чисто по пневматическому оружию. Приезжают в разные года, разные приезжали страны, где-то было больше количество участников, где-то меньше. Но на сегодняшний день я тоже считаю, что это вполне достойный по значимости, по количеству участников турнир. Каждый спортсмен, занимающийся стрельбой, воспитывает в себе такие качества, как спокойствие и хладнокровие. И только благодаря четкому глазомеру и выдержке участники могут одержать победу. Очень здорово, что приехало столько спортсменов с Азербайджана, с России. Очень классно, мы очень довольны, что будет с кем поконкурировать и набраться опыта. Все-таки это родной тир, мы здесь тренируемся каждый день. Родные стены, конечно, помогают. Переживания присутствуют все время, но чем больше участников, тем страшнее, наверное, все-таки. А чем меньше, спокойней. Мы, как брестчанки, уверены, что мы будем лучшими. Стрельба заставляет работать в синхронном режиме глаза, руки и тело участников. И лишь самый выдержанный и сосредоточенный стрелок получит высшую награду. Янина Даниленко, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.